Радуга какая. Всем привет, ребята. Сегодня решил на рыбалку поехать, сетки поставить. А у меня сетки. В речку. Вот туда вот. Там у меня лодка уже, вода прибыла, заплавала. Здорово, Жень. Здравствуйте. Ну что, поймал, что ли? Нет, только собрался, на рыбалку поехал. Один, что ли? Но. А ты чё? А? Курил, ёпта. А, курил в печку? Да где, в окно, ёпта. А, ну-ну-ну. Ну смотри футбол. А кто играет? Спартак с Зенитом. Пошутил, ребята. Не знаю, есть ли сегодня вообще футбол. Так, вот такие тут у нас избушечки. Ну, я здесь поставил. О, плавает. Все. Сейчас подтянем. Ребята, завел моторку. О, и заглох. Что такое? Там сетки тут на... Ну что попадет. Всякая рыба идет в речку. И горбуша, и семга, и окунь, и плотва. Ну специально-то на семгу и на горбушу ставить не будем. Поставим просто на подлещика. А там посмотрим, что попадет. Там уже лодки тоже браконьерничают. Красота. Вот сейчас поедем куда-нибудь вон в те камыши дальние. Поставим там. Удочки плавают. Прям не бояться он рядышком плывут. Ну куда поедем? В той траве. Вот в этой травке поставим все сетки. Такой вот порядочек получился. Вот, финочку поставил сюда, 35-ку. А лодка летит какая-то. Рыбники, не рыбники. Понятно, короче. Домой возвращаюсь. Ну вот и второй порядок поставил. Вот последняя бутылка.
Здесь получается две обрезанных, ну где-то 80 метров сороковка. И там вот две. Там две, и тут порядок. Один буй, вот этот второй. Где он здесь? Вот он. Все, сейчас можно пару часов до полной. Пока уехать отсюда, может, туда катается. Смотрим, мы возвращаемся. Тешить с вами. Время сейчас у нас 21:48. Вот 12 ночи приедем. Посмотрим, что попало. На поворот полной воды. Браконьерчики кругом. Ребята, горбуха заехал прям в ручей. Смотрите, прямо на своей браконьерской лодке заехал в ручей. Кошку кинул. Кошка — это якорь у нас называем. О, все. Пускай пока здесь вода прибывает, стоит. Все четко. Все взял. Ремень ГРМ менял. Да, да. О, рыбаки подъезжают тоже домой.
Ждем, ребята, выжидаем, пока вода прибудет. Вот, поставили в 10 вечера, в 12 полная вода ночи. Вот поворот надо где-то 12:30 снимать, ехать. Что, ждем. Ждем. Твора с пляжа возвращается. Время уже вечер. Чуть ли не ночь. Все, мертвую точку все не может найти. Не заводится что-то. Так, лодочка плавает у нас. О, катаются. Плавает. Все плавает. Еще браконьерчики выезжают. На рыбалочку под полную воду. Хуя, блядь. Не те метки. А? Не те метки, наверное. Зашел, ребята, домой еще. Посидел. Все, 12 ночи. Полная вода, одеваем сапоги и выдвигаемся на рыбалку. Ох, уже темно. 31 июля. Ой, какое небо. Тишина. Да, уже темнеет. На севере Карелии. Это 12 ночи. Еще не так темно. Все, пошли на балку. Все темнотища, иду по деревне. Ручей шумит. Ничего не видно уже. Вон там кусочек ясного неба остался. Остальное все вот в таких вот тучах. 12 ночи. Тишина, ветра нету. Что радует. Сетки будет хорошо снимать. Найти бы их еще в темноте. Молодежь сидит. Охрана работает у нас. Фига тут охранников. Не многовато ли вас тут охранников? А? Опа! О, охраннички. Ух! Мы вас не боимся. О! Воды сколько. Один у нас это расщелина. Все, ребята, включусь уже там. Все, завели, поехали. Сейчас, короче, поеду, буду сетки снимать. Там потом включусь уже, когда сниму.
покажу вам. Покажу, друзья, что попало. Вот ребята подплывают. Видите, тут свету немножко осталось. Проехал. Проехал мимо бутылки. Мимо бутылки. Проехал. Снял, короче, ребята, сороковку, китайку. Она пополам разрезана, где-то метров 80, наверное, она. И нету нифига рыбы, но сетки чистые, на пару часов все стояли. Ну, плотвичка попалась крупная. Сороковку, так представляете, там нормальная плотвичка одна. Сейчас еще шанс есть. Вот тут 35-ка стоит, финка. Там ичья помельче, может, там что-то еще попадет. Так что поехал я туда снимать ее. Ну, вот не знаю, ребята, как вам видно, не видно, тут темно сейчас. Вот попала одна все-таки горбушина. Небольшая, сейчас я не знаю, как вам ее показать. Вот темнота такая. О! На свет, если ее вот так сделать. Ну, не видно, видно, не видно. Ну, дома покажу. Ну, не зря. Вот она такая, на килограммчик где-то. Горбушенка небольшая, но все равно приятно. Красненькая рыба на столе всегда приятно. Хоть и горбуша. Ладно, ребята, поехали, все. Немножко капнуло дождика, но успел вроде как. Уже немножко осталось доехать. Да, и то хорошо, то не зря, то все сетки, ну они чистые, ребята, что на поворот хорошо ставить сетки воды под полную, это что сетки чистые, они не будут целую воду 6 часов стоять на прибылую, либо на убылую, они поворот отстояли свои 2,5 часа, 3 пускай, и все, снимаешь, они чистые, и грязи, ну, а рыба она также попадет. То если вы на сухой воде поставить сетки на прибылую, то получится что? Получится грязи попадет, и они сетки уже под полную на повороте будут плохо ловить. Чего лучше так не делать. Не ставить на поворот на 2,5–3 часа. И будет вам счастье, ребята. Короче, в баню, ребята. Занес я сетку. Вот такая вот плотва попалась. Ну, в сороковку, крупная плотвичка. Такая уже более-менее. И вот эта, которая нам сегодня праздник сделала. Небольшенькая горбушенка. О, как бы показать. Такая вот. Рыбка сделала нам праздник сегодня. Одна, ну и то сейчас засолим ее. Время у нас 1 час ночи, так что ребята, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вступайте в группу. Всем пока, не забывайте ставить лайки.